Фигурочка. Цель моих занятий, вот сегодняшнего именно, в первую очередь, это дать встряску для организма, чтобы был аппетит, чтобы был тонус, а уже потом силовые результаты, ну и что касается фигуры и богатой мускулатуры. Итак, приступаем. Ах, мура, 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 мурочка. Хорошенько размем плечи. Левое плечо отставало, потом правое. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, 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 вот. И вперед. Ах, мура, 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 мурочка, твоя богатая фигурочка, твоя богатая фигурочка меня с ума была свела. Ах, мура, 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 мурочка, твоя богатая фигурочка, твоя богатая фигурочка достойна художника, пера художника, или кисти, или что-то в этом роде. Хорошенько спину разминать. Да, тяжеловато со спиной. Поэтому все внимание на верхний плечевой пояс. Моя богатая фигурочка. Она с ума с меня свела. Третий подход, так сказать, разминка. Твоя богатая фигурочка. Твоя богатая фигурочка так и манит и зовет меня. Ах, мура, 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 мурочка, твоя богатая фигурочка.
Твоя богатая фигурочка. Меня свела давно с ума. Та-да-да-дай-да-дай-да-дам. Та-да-да-дай-та-та-та-я-да-дам. Та-да-да-дай-да-дай-да-дам. Та-да-да-дай-да-дай-да-дам. Хорошо тренироваться, когда чувствуется тонус. Тонус. Если ты в тонусе. А если тонус не в тебе, то хуже. Ах, мура, 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 мурочка, твоя богатая фигурочка, твоя богатая фигурочка давно меня с ума свела. Свела меня, манит и манит, и даже чем-то одурманит, и даже чем-то одурманит. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, мура, 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 мурочка, твоя богатая фигурочка, твоя богатая фигурочка давно-давно свела с ума. Мура, 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 мурочку, я мура, муру, муру, мурочку, и мура, 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 мурочки. Бивнерезы. Хорошо зашло. Та-ра-ба-ра-па-ра-па-ра-рам. Та-ри-ра-ра-ра-па-ра-ра-па-рам. Та-ра-д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 ам. Та-ри-да-да-да-да-да-да-дам. Ах, мура-мура-мура, мурочка, твоя богатая фигурочка. Твоя богатая фигурочка, твоя богатая она. Thank you.
что, еще разок. И будя. Будя и хватит. Меня не захватит. Тренируем пик. Пик, чтоб был. Пик бивня. Какие специфические выражения у бодибилдинга, в телостроительстве. Ах, мура-мура-мурочка, твоя накачана фигурочка, твоя накачана фигурочка ласкает глаз и манит взор. Твоя накачана фигурочка ласкает глаз и манит взор. Какая-то нелепица. Ну что поделаешь. Мухи творчества таковы. Последний подходик. Последний подходик на бивне. Сейчас мы вдарим 8 раз и хватит. Отлично. Ах, мура-мура-мурочка, твоя накачана фигурочка. Мне кажется, это лучшее сочетание. Накачана фигурочка. Твоя накачана фигурочка ласкает взор и будет мысль. А что за мысль? Что за мысль будет? Воспользоваться этой фигурочкой. А у нашей дурочки великолепная фигурочка. Великолепная фигурочка. А в голове сплошной бардак. Ну что, подлились. Нагрузочку дал. Пивни налились. Так сказать. Памп. Запампили. Банки. Банки запампились. Разминаем плечи. Твоя накачана фигурочка. Твоя накачана фигурочка ласкает взор и будет страсть. О! Нашел таки. Ласкает взор и будет страсть. Ах, мура-мура-мурочка, твоя накачана фигурочка. Твоя накачана фигурочка ласкает взор и будет страсть. Ах, мура-мура-мурочка. Второй подход. Твоя накачана фигурочка. Твоя накачана фигурочка
ласкает взор и будет страсть. Поставим 15 килогерц. Тренинг для мотивации качков. Дух должен быть качковский. И тогда будет: ах, мура, 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 мурочка, твоя накачана фигурочка, твоя накачана фигурочка ласкает взор и будет страсть. Ласкает взор и будет страсть. Ну что, вздрогнем. Много не будем, так это завосьмерим, чтоб аппетит появился. Аппетита-то нету. Для аппетита бывают тренировки, когда вес сам летит вверх. Ласкает взор и будет страсть. Ах, эти зубки жемчугом, а волосы, 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 волосы заволосились. Так, ну что? Не будем жадными до весов. Прибавочку сделаем в 5 килогерц. Итого 20 килогерц. Разминка продолжается. Вес возрастает. Требуется дополнительный отдых. Отдохнуть треба. Треба отдохнуть. Это у меня 5-го была тренировка. 6-го отдых, сегодня 7-го.
почувствовал, что можно дать нагрузочку, дать нагрузочку. Что мы и сделаем? Даем нагрузочку. Даем нагрузочку. На бивнерезы. Удаль молодецкая. Разбудить себе удаль молодецкую. Такую вот, понимаете. Он же кураж. Она же удаль молодецкая. Завосьмерили. Ударь, кураж. Кураж это не мандраж. Прошу не путать. Кураж это не мандраж. Кураж добавляет сил, а мандраж их отнимает. Фу. Фу. Ну, еще разок кружочек сделаем, дабы на наше сердонько, не такая нагрузка была, как-никак на сердце влияет вот из всей своей практики многолетней. Я установил это жимы, натуживание, жимы, именно почему-то больше жимы. Возможно, и тяга влияет, но так как тягу я не делал, приседания сейчас тоже особо не делал. Вот жимы. Итак, удаль молодецкая. Удаль молодецкая. И сцепимся с этим весом. Хорошо чувствовать, когда вес легчает. Это очень хорошее чувство. Вход в форму. Вес легчает. Вот так вот, 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 вот. Теперь у нас пойдут отжимания на брусьях. Ах, мура, 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 мурочка. Ласкают взор и будет страсть. Побудя и хватя, нас не захватя. Фу-ху-ху. Побудя и хватя, нас не захватя. Не захватя. На том будя, на том хватя, что нас, мабуть, не захватя. Ах, мура-мура-мура-мурочка, твоя накачана фигурочка, твоя накачана фигурочка, ласкает взор и будет страсть.
Вот когда сформируется вот это вот движение, впрочем, вам все, подъемы на бицепсе, жимы там, сидя, лежа, приседание, становая тяга, а тем более рывок, толчок, вот когда она сформируется, и вы поймете, как в него влаживаться, влаживать силу, далее пойдет прогресс. Пойдет вот именно силовая накачка этого упражнения. И уже там, насколько вас хватит. Такой результат и будет. Лаской взоры будет страсть. Твоя накачана фигурочка, твоя накачана фигурочка, ласкает взор и будет страсть. А в голове твоей подарочки. Или опилочки. А в голове твоей опилочки. Интересно, как это я делал, что это вот так надо одеть. Надо вот так одеть. А в голове твои опилочки. И это даже хорошо. Я помою тебя конфеткой. Запомним одну истину. Тренинг хорош постоянством. Вот в постоянстве тренинга его главный секрет. И глядя на твою фигурочку, такую сладенькую мурочку, такую сладенькую мурочку, я забываю про подход. Потихоньку прогрессируем и в этом упражнении. Так, ну а теперь наше любимое упражнение — жим лежа. Оно же бенч-пресс. Понимаете, бенч и вдобавок еще пресс. Начнем с 40 кГц и потихонечку будем увеличивать. Фух. Thank you.
амплитуда такая, чтобы как раз давили трицепсяки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, болят уставшие ноги, а грудь что так же сильно. Уставшие ноги, а грудь все так же сильно. Так. Так. То есть вот, вот этот, я называю вилы, чтобы вот это вот движение накачалось, именно оно стало привычным, и тут работало. И оно становится потихонечку привычным. Вот. Цель накачает именно вот, вот это движение. Чтоб локти вот так вот не ходили. Ах, мура-мура-мурочка. Твоя прекрасная фигурочка. Твоя накачанная. Эх. 60 килогерц. Опа. И будет страсть. Сделаем перерывчик чуть длиннее. Дадим серденьку восстановиться дадим. А в голове твои опилочки. И это хорошо для милочки. И это хорошо для милочки, что ей не надо рассуждать. Раньше, когда опускал, плечи разламывало, все, на этом жимлёжа прекращался. Восемьдесят килогерц. Приятно чувствовать, когда вот именно работает то, что надо. Вот ты сюда только раз и давит вот это вот. Оп, оп, оп. Оно уже накачало движение. И вот, вот она дальше не идет. То есть надо туда. Вот она, пружина сжалась. А, и пошел, а, и пошел. Фух. Мои замечания. Вот смотрите, можно накачаться там с маленьким весом. Памп.
вроде там мышца, конечно, подрастет до какого-то размера. Я же стараюсь накачаться с увеличением веса. То есть растет сила, растет вес поднимаемого снаряда. И естественно, это вынуждает организм наращивать и мышечную массу. То есть, чтобы мышечная масса росла вместе с силой. То есть, я вот такой подход приемлю. Больше вес, больше бивни, когда ты осваиваешь. Закон! Закон! Ну что, 80 кГц! Осилили. Как у нас плечи? Плечи держат. И это хорошо. Когда тренируешься долгие годы, мышцы начинают, вообще организм начинает сочковать. Он привык вот 60 килограмм. Хорошо напрягается, тянет. Поставил 80. Должно также более-менее легко идти. А он не хочет напрягаться. Он привык вот как на 60. А на 80 не желает поработать. Поэтому тут надо заставить его проснуться, восстановить нервно-мышечные связи, то есть поставить вес больший, чтобы продавить, а потом уже поставить свой тренировочный вес и с ним работать. Но я сейчас это делать не буду. Это делать не буду. Плюс вес для меня лично солидный, когда для вас вы так подходите более-менее солидным для вас весам. Надо просыпаться, надо себя взбодрить внутри, взбодрить. Почувствовать вот этот вот молодецкую удаль. Произнесите про себя. Молодецкая удаль. Уже больше сил будет. Молодецкая удаль. Хо-хо. И поехали. Бивни именно давят. Так, ну, чувствуется, что у меня еще грудь не отошла от прошлой тренировки. Поэтому везде надо соблюдать правила будя и хватя. Будя и хватя нас не захватя. И вот. Это хорошо. Это хорошо. Угу. Трицепсята налились. Чувствуется, нагрузочка туда идет. Они наливаются, наливаются. Развиваются, развиваются. Очень хорошее чувство, очень приятное чувство. В который раз хочу сказать. Вот человек тогда занимается с тяжестями там, либо чем-то иным другим, когда ему это доставляет удовольствие. Как только этот феномен есть, человек занимается все и прогрессирует. А кто считает это каким-то тупым занятием, тут наоборот, только деградирует. Фу.
я дал нагрузочку. Нагрузочку, так сказать, прошелся, просмотрел, как что. Грудь у меня еще не отошла. Она тут болит по всему этому, по всем площадям. Руки уже отошли, плечи прекрасно тянут. Поэтому не будем усугубляться, сбросим вес и поработаем. Поработаем так, не спеша, в охотку. То есть теперь надо бы набрать объем, который начнет двигать. Двигает объем. Объемчик надо сделать. И вот мы сейчас его будем делать. Как-то вот мы все привыкаем определенное количество повторений делать. Там одни 5, другие 6, 8, 10, 12, 15, там так. А вот поработать нестандартно так это. 7 примерно так вот. Вот на 8 раз я много раз жал. А вот на 7 раз. Посемерить. Как раз такой вот вес хороший. Он именно качает, а не разламывает. Это очень хорошо чувствовать, важно. Чтоб вес твой был рабочий такой, который бы тебя созидал, а не разрушал. Это очень-очень-очень такая тонкая грань, которую надо чувствовать. Которую надо просто-напросто чувствовать. Тренировка уже длится где-то час. Пора заканчивать. Но надо еще пожать. Пожать, 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 пожать. То есть сейчас вот эти жимы будут делать задел на будущий результат. Ну и поехали. Адреналин. Плечи начинают тут побаливать. Попробуем растянуть. Растягиваем через боль. Здесь в передней части сгусток боли. И вот мы растягиваем через эту боль. А, ты смотри, как левая у меня прошла. Я не почувствовал той боли, как в правой. А, вот что значит, когда что-то болит у вас, или что-то более слабое, например, одна рука, и вы на нее начинаете обращать больше внимания, делать там лишний подход, два, там больше разминки. И в итоге получается так, что через какое-то время она становится у вас более сильная, нежели та, которая была первоначально сильна. Еще разок вот тут потянем. Хорошо.
Хорошо. Хорошо. Очень приятно чувствовать, что руки стали подобно домкратам. Давят и все. Кстати, я вот так вот растянул плечо. Боль заметно уменьшилась. Еще там где-то в глубине. Левую. А левая не болит. Вот что удивительно. Вот что удивительно. А раньше больше левая болела. Ах, мура-мура-мура-мурочка. Твоя накачана фигурочка. Твоя накачана фигурочка. Давно свели меня с ума. А в голове твои опилочки. А в голове твоя пилочки. И это хорошо для милочки. Три подхода сделали. Это хорошо. Это хорошо. Да, приятно чувствовать, что руки стали уже сами по себе, как домкраты давят. Только им дал команду давить. И они давят. Чувствуете, скорость замедляется на дожимании. То есть вот что надо тренировать. Дожим. 4 подходика. Отлично. Ну, мы сделаем 5-й. И это будет супер. Грудак. И выполним вот эту тренировку. Такую объемную, объемно-интенсивную. Ну, для меня. Если я жму лежа 100 килограмм, то это работа с 70%. Это хороший такой, с хорошей интенсивностью, хороший объем такой. Я буду рассчитывать на прибавку в силовых показателях. Примерно после этой недели надо эту нагрузку еще переварить. Организм должен ее переварить, усвоить. И далее выдать. Примерно через 2 недельки вот я смогу что-то такое показать. Улучшенная версия самого себя. Да? Так, ну действительно, уже мы увлеклись жимом. Еще один подходик. Пара подходов, наверное, на живот. И хватит. Небольшой отдых. И обед. Выездной обед. Вася!
Нас не захватят. То есть вовремя остановиться. Вовремя. Вовремя остановиться. Своевременно нагрузиться и вовремя остановиться. Дальше достаточно восстановиться и выдать результат. Результат. У меня есть песенка, когда я занимался тяжелой атлетикой. Вес мой был первый тяжелый. Это с 90 до 110 килограмм. Ну, я примерно весил 104-107 килограмм. Я такую песенку напевал. Выходил на помост молодой первый тяж. Трепещали блины, гриф гнулся. Выходил, подымал, подымал, опускал. И с победой домой он вернулся. Выходил, подымал, подымал, опускал. И с победой домой он вернулся. Вот такая вот песенка. Бодрячая. Хорошо. 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 Так, сразу же упражнение вот такое. Через козлика. Такое вот. От физической нагрузки гормональный фон возрастает, и вы уже чувствуете, что превращаетесь в такого агрессивного самца. Самца. Агрессивный самец во всех отношениях. Вот что значит делает тренинг. Добавляет внутрь гормона. Добавляет в организм гормона мощи и ярости, страсти и неукротимости. Вот так-то вот вы себя чувствуете. Кстати, раньше устраивали такие массовые драки, после которых совершали зачатие. Почему? Потому что когда мужики подерутся, сразу же больше гормонов вырабатывается. И естественно, зачатие происходит таким вот повышенными в здоровье сперматозоидами.
вот это надо взять на вооружение мужчинкам, у которых слабенько аппарат работает. Усилится. Усилится воздействие на нужные железы, нужные органы, и будет то, что надо. Я как-то не придавал этому значения, а потом практика показала, что мужчина должен быть страстным. Вот это вот страсть. Страсть жизни – это особенно большая вещь. Как я камеру включил, так ее не выключал. Я так ее одним куском и выложу. Может, там кое-какие возгласы вырежу. А так пойдет одним куском. Ай, хорошо. И вот когда позанимался, вот организм чувствуется, что он получил нагрузку, что он получил обновление. Понимаете, вот это обновление. И вы это обновление чувствуете. Это такое приятное чувство, знаете. Вот, можно так сказать, молодецкой удали. С таким удовлетворением. Ай, хорошо, как хорошо. Ой, как хорошо обрести молодое, здоровое тело. Ой, как хорошо. Желаю, чтобы вы испытали это состояние. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!